Итак, друзья, приветствую. Сегодня 4.04.2020. Река Оскол, почти в городе. Пришел я, в общем, действует нерестовый запрет. Ловить можно, но не везде, не на все. То есть рыболовство по Белгородской области разрешает ловить вне мест нереста на одну поплавочную или донную удочку с количеством крючков не более 2 на одного гражданина. Но это не точно. Поэтому я буду сегодня ловить донной удочкой. Удочка, катушка, пропускные кольца и груз на конце шнура. Крючок один и искусственный будет иногда ставить червяк. В данном случае личинка стрекозы типа ларвы. Гениально. Со дна буду ловить донной удочкой. Буду ловить окунь. Если случайно другая рыба попадется, то я ее буду просто отпускать. Да и окуня, наверное, буду всего отпускать. В общем, поехали. Так, сейчас небольшой ветерок присутствует, поэтому я грамма 3 поставил. Хотя это тяжеловато, наверное. Сейчас вода еще холодная. Неделю назад была вообще ледяная. Проверим, что сегодня будет. Вот такие вот места, кстати, вот тут. Не поднявшийся камыш, вот эта трава. Обычно перед нерестом окунь здесь трется. Обычно все поклевки вот в этой локации, ближе к берегу. Сейчас посмотрим. Вода мутноватая, так и осталась. Ничего-то она не проясняется. Ранней весной бывает такая особенность, как только пригревает солнце, рыбаки сразу бегут на водоемы в надежде на то, что будет клев, рыба активизировалась. Но дело в том, что прогрев воздуха это и солнечный день это не всегда одно и то же. Ведь вы не забывайте, что вода еще может быть холодна. Если ночью стоит мороз или заморозки, а днем там, плюс 10. В общем, температура воды играет немаловажную роль, и плюс еще когда мутняк. В общем, так и было в этот день. Вода была еще мутная и холодная, где-то не больше 6 градусов вода была, поэтому окунь понемножку начинал брать, и рыба уже клевала, но еще не было так называемого жора. Фу, завел. Блин. Там завел. Там выпустили. Здесь они. Опа. Ух, ёпта. Вот это окунямбр. Вот это окунямбр. Нормальный такой. Грамм 200, наверное, есть. И главное, что-то, почему только сейчас, сколько я 2 часа ходил, только сейчас. Причем паузу я сделал. Наверное, он очень пассивный. Я понял, теперь буду хорошие паузы делать. И будет все нормально, я думаю.